Всем доброго времени суток, мои дорогие подписчики. С вами Роман. Видео создано в ознакомительных целях, не является призывом к каким-либо действиям. Я только рассказываю, куда лично инвестирую, где зарабатываю, делаю обзоры. И сегодня мы поговорим об очень интересной платформе, в которой я принял решение участвовать и расскажу почему. Платформа мне это очень нравится, очень интересный маркетинг. Давайте ознакомимся к самой платформе, перейдем. Платформа у нас называется Amirox. Давайте типа порядку сразу ознакомимся, сколько тут можно зарабатывать, поговорим о самой платформе, чем они занимаются и так далее. Так, я тут уже зарегистрировался, можете почитать о самой платформе. Это австралийская инвестиционная компания. Так, на этом мы останавливаться не будем. Давайте, нас интересует в первую очередь, сколько мы будем зарабатывать. Заработок у нас составляет из различных контрактов. Смотрите, у нас есть, грубо говоря, контракты, ну, либо же договора. Они действуют у нас от 30 дней, 60 дней, также у нас и бессрочный. Тут у нас, смотрите, 3,8% от суммы договора. То есть вы заключаете договор, минимальный тут депозит составляет $50 на 30 дней. Итоговая прибыль у вас 114%. Так, у нас тут договор есть Форекс торговля, тут у нас повыше, ну тут, конечно же, и порог выше. Что хочу я рассказать, из-за чего мне еще понравился эта платформа, понравилась, точнее. У нас очень хорошие есть структуры по карьерной лестнице. То есть можно развиваться. Смотрите, у нас есть статус программы «Новичок». Можно очень хорошо строить структуры для лидеров. Если у вас есть команды, у вас есть там телеграм-чаты, каналы, то, пожалуйста, смотрите, статус программы «Новичок». Это как бы с момента регистрации. 3,25% на ваш баланс сразу автоматом приходит. Партнер, к примеру, положил $1000, $32 вы сразу забрали. И самое интересное, 2,5, 2,1 от начисления по договору реферала вашего первого уровня. Ну, к примеру, у рефералу капнуло $10, то вы получили 21 цент ежедневно. То есть каждый день вы еще получаете от вывода, даже если вы не приглашаете партнера, вам капает по 2,1%. Это очень хорошо и очень выгодно. Это что касается статуса «Новичок». Дальше у нас тут статус «Стажер». Тут уже партнерская программа трехуровневая, личная сумма договоров $50. Давайте посмотрим, тут если у нас, тут это только после регистрации, я могу, кстати, статуса «Стажера» добиться, у меня должно рефералы зайти на $500. Ну, я думаю, это несложно. Пригласить там 3-4 человек, которые проинвестировали по $100-200, вот у тебя уже 3 уровня начисляется. Так, давайте посмотрим дальше. Дальше тут у нас очень-очень все идет интересно, но, конечно, уже сложнее. Да, тут и 8 уровней у нас в глубину, и у нас и 9, и дальше, конечно, уже все очень сложно, очень долгий путь для того, чтобы вот сюда дойти. Давайте поговорим о самой платформе и вообще еще о плюсах. Поговорим также и о выплатах, о регламенте. Я буду показывать, как сюда пополнение делать. Сама подготовка. SSL у меня, поскольку Chrome открыт, не могу показать. С других браузерах вот такой зелененький значок. Это говорит о безопасности Green Bar. С Green Bar всегда платформы работают очень качественно, очень хорошо. Это что касается Green Bar. Есть Green Bar, мне это уже нравится. И давайте сейчас будем заходить в наш личный кабинет. Я сейчас видео поставлю на паузу. Так, друзья, я захожу в личный кабинет, нажимаю создать аккаунт, войти. Поскольку аккаунт у меня уже создан, то я просто нажимаю кнопочку войти и буду сюда делать пополнение. Нажимаем сюда новый договор. Сразу, друзья, говорю, ни в коем случае это не реклама платформы, не какой-то призыв. Вы всегда должны помнить о рисках во всех инвестициях, неважно, какие это будут инвестиции, что это будут, хоть это будет интернет, хоть любая инвестиция связана с риском. Нажимаем на майнинг криптовалют, нам рассказывают то, что занимаются тут майнингом. Так, ну давайте выбираем сейчас, так, у нас можно сделать, так, в биткоинах, так, выбираем доллар США, отлично, так, баланс, нам нужно сначала пополнить баланс.
Так, вот заходим в кнопочку «Финансовые операции», нажимаем «Пополнение баланса», выбираем доллар США, выбираем USDT-шку TRC-20. Так, и вводим сумму $50. Давайте для начала по $50 у нас открываем свой USDT-шку и копируем, переводим на вот этот адрес $50. Так, нажимаем кнопочку «Send», нажимаем этот адрес, скопировали, вставили «Next» и нажимаем «50». Так, с нас списывается небольшая комиссия, видим. Ничего страшного, если кто замораживает троны, то это все можно делать без комиссий. Так, у нас тут кнопочка «Done». Давайте смотрим, на USDT-шке осталось $13. Так, отлично, денежки у нас списались. Так, по выплатам, хочу рассказать, выплаты тут ручные, они производятся в четверг и воскресенье с 2 часов по МСК до 10 по МСК по Киеву, по Казахстану это вроде немножечко пару часов разницы, если я не ошибаюсь. Так, что еще хочу рассказать. Выплаты ручные, почему ручные? Потому что в целях безопасности это очень большой плюс. Как бы ничего страшного нет. Кстати, по новостям они сегодня написали то, что регламент даже поменялся, иногда даже выплаты и быстрее приходят. То есть могут и вам в обычный день даже начислить. Так что это еще очень хороший плюс. С выплатами все штатно, все работает в штатном режиме. И платформа уже у нас очень хорошо двигается по Алексе. Сейчас платформа на 500 000 месте, это причем за несколько дней. Платформа стартовала только вот на днях. Так, ну что, давайте смотрим, что тут у нас, да и как. Давайте посмотрим баланс у нас. Так, инвестировано 0, выплачено 0, пока что денежки не зачислились. Давайте еще откроем ссылочку в новой вкладочке. И давайте посмотрим, инвестировано пока что у нас 0. Так, значит, ждем транзакцию. Когда она зачислится, мы подождем несколько минут и продолжим. Так, друзья, видим то, что сейчас у нас на балансе $50. Давайте сейчас сделаем новый договор, открываем. Так, открываем новый договор. Для этого выбираем кнопочку, какой вы хотите договор, на 30 дней, либо же на 60 дней. Возврат тела, нужно понимать то, что тело у вас уходит в работу. То есть, к примеру, вы ложите $100, вы получили $114 через 30 дней, и тело остается в платформе. Но ваша чистая прибыль 14% составляет. Тут ваша чистая прибыль будет составлять выше. И тут у вас срок действия как бы на бесконечность. Видите, процентов меньше, но срок действия до тех момент, пока работает проект. Тут у нас 0,9, но и инвестиции, конечно же, уже повыше. Так, давайте, если посмотреть. Так, я выбираю сейчас USDT-шку. Тут от 50. Да, мне проще считать в USDT-шке, потому что биткоин сейчас, курс немножечко у нас стал меньше. Так, выбираем USDT-шка на $50. Договор, кстати, нельзя этот разорвать, только можно, если я не ошибаюсь, или через поддержку, или как-то, но пока что, я думаю, этого не стоит делать. Так, у нас $50. И, кстати, вот такая вот хорошая табличка у нас. Калькулятор, сколько мы будем получать в неделю. Смотрите, в неделю мы получаем 13.30. За весь срок у нас $57. Ну, неплохо, я считаю. Если это будет, давайте мы посчитаем, если это будет у нас, к примеру, мы инвестируем в недвижимость, у нас тут минимально $1000. Ну, давайте посмотрим. Вот за $1000 прибыль за месяц у нас $200. Умножим это на 12. Давайте мы сейчас возьмем калькулятор. $200 умножаем на 12. У нас 2400 за год. Прибыль за год. Вот, если, например, мы сюда инвестируем в искусственный интеллект, ну тут, конечно, риски уже побольше. Тут побольше суммы и побольше риски, соответственно. Давайте 2700 умножим на 12. Сколько можно заработать? 2700 умножаем на 12, получается у нас $32000. Вот, кстати, за год, к примеру, не хватает кому-то купить там недвижимость там, или автомобиль, вот хорошая автопрограмма. Вот. Так, давайте что, нажимаем сюда кнопочку «Заключить договор». Тут, кстати, так, попробуйте еще раз, не то нажал. Вот такая вот у нас кнопка. Так, проверка пройдена, отлично. Необходимо нарисовать вашу подпись. Так, тут, кстати, нужно
подпись свою подписать. Так, давайте просто для галочки вот напишем. Так, все. Нажимаем «Заключить договор». Я это все показываю на примере. Вы, конечно, все... Так, все, проверка пройдена. Так, договор оформлен. Вы можете найти его на странице «История операций». Так, ну и давайте посмотрим, что тут у нас происходит. Так, «История операций». Так, USDT-шка у нас отлично, заключенные договоры. Так, все, у нас действует. Через месяц я получаю $57. Очень неплохо. И, кстати, не забывайте про партнерскую программу. Она тут у нас очень и очень неплохая. Как для лидеров, так и для новичков даже. Дополнительный заработок. На этом, друзья, с вами прощаемся. Ссылочка будет под видео. Ни в коем случае ничего не призываю. Всегда помните то, что инвестиции связаны с риском. Инвестировать нужно всегда свободные средства, которые вам не повлияют на вашу финансовую жизнь. И всем побольше профита и до новых встреч.